В этом видео я покажу, как регистрироваться в проект на смарт-контракте Million Money. Для этого нам не понадобится никаких личных данных, не понадобится почты и всего остального. Единственное, что нам понадобится, это криптокошелек Ethereum. Я рекомендую при этом использовать MetaMask. Как завести кошелек Ethereum, про MetaMask и как его пополнить, об этом смотрите другое видео на моем канале. Ссылку на него я оставлю под этим видео. Соответственно, в момент, когда мы начинаем регистрацию, мы подразумеваем, что у нас уже есть кошелек Ethereum, желательно MetaMask. Я буду сейчас показывать на MetaMask. Конечно, можете использовать какие-то другие инструменты, но я буду показывать на MetaMask, потому что MetaMask самый удобный вариант для большинства. С мобильных устройств, если регистрироваться, многие используют Trust Wallet. Он принципиально особо не отличается. Подразумевается также, что в момент регистрации у вас уже на кошельке есть сумма достаточная для того, чтобы активировать столько уровней, сколько вы собираетесь. Я рекомендую сразу заходить хотя бы на 4 уровня по возможности, ну или минимум на 3. Но для самой регистрации достаточно даже 0,03 эфира. Плюс какой-то хвостик, то есть какое-то количество небольшое эфира для комиссий. Обычно для того, чтобы активировать 4 уровня, хватает даже 0,01 эфира. То есть вам всего нужно подготовить минимум 0,59 эфира. И больше всего обычно уходит на активацию самого первого уровня. Соответственно, если кто-то готов активировать только первый уровень на 0,03 эфира, то я рекомендую завести хотя бы 0,35 эфира. В принципе, можно и меньше. Обычно хватает. Лучше уж иметь запас, чем обнаружить, что вам не хватает, и вам придется пополнить еще. MetaMask, соответственно, у вас уже есть в вашем браузере, и вы авторизованы в браузере в MetaMask. Вы проходите по реферальной ссылке. Открывается такая страница. У вас есть два варианта. Вы можете нажать на «Войти автоматически», а можете вбить сюда свой кошелек эфира и нажать «Войти». В любом случае, следующая кнопка «Зарегистрироваться», вы ее нажимаете. Кошелек MetaMask запрашивает разрешение на то, чтобы соединить MetaMask и проект Million Money. Здесь нажимаем кнопку «Connect». Далее еще раз нажимаем кнопку «Зарегистрироваться». MetaMask немного грузится, и он готов отправить вашу транзакцию. Далее здесь нужно подтвердить, но подождите. Дело в том, что здесь стоит комиссия, которая бывает обычная, средняя, но на всякий случай. Я нажимаю вот здесь вот edit, то есть редактировать. И здесь MetaMask автоматически мне предлагает три варианта, которые связаны с текущим положением блокчейна. Три варианта. Видите, вот это вот слева slow, то есть медленно, справа fast, то есть быстрый. И посередине average, средний. Обычно я выбираю средний. То есть видите, примерно он рассчитывает, сколько времени нужно будет на каждый вариант и сколько уходит на это эфира. В данном случае очень низкая цена получилась. Причем смотрите, в данном случае и средние, и быстрые примерно одинаково, но это не всегда так, бывает очень по-разному. При этом средняя стоит в 3 раза дешевле. Конечно же, я выбираю среднее, нажимаю сохранить и нажимаю подтвердить. Все, какое-то время ожидания, потом вижу, что когда транзакция подтвердилась, нужно перезагрузить страницу. И мы видим, что первый уровень активирован. Когда будете активировать второй, третий уровни и так далее, точно так же не забывайте нажать на Edit и подкорректировать, чтобы не платить лишнее, когда это не нужно, и довести до нормальной цены, когда сеть немножко больше перегружена, чтобы у вас ваша транзакция не зависла. Все остальные уровни покупаются по очереди. Если вы нажмете второй раз на кнопку, здесь уже кнопка «Продлить», потому что активируем мы на 100 дней, то у вас продлится еще больше, у вас будет уже на 200 дней и так далее. У некоторых получается, что когда они покупают, они нажимают лишний раз на кнопку, и в таком случае проходят две транзакции подряд. Ну, так что будьте внимательны, не нажимайте никуда лишний раз. Слева вот здесь вы можете посмотреть своих аплайнов, то есть аплайны — это те, кто над вами, в глубину на 5 уровней вверх. Вы видите кошелек каждого из них. А вот здесь можно посмотреть партнеров. Ну, поскольку только зарегистрировали, собственно, видим пока только свой собственный кошелек. Дальше здесь будет развернута структура. А вот здесь мы видим партнерскую ссылку. Также должен заметить, что сайт — это то, что он на самом деле только отображает информацию. Все основное происходит на самом смарт-контракте.